Дорогие друзья, знаете ли, мода, она присутствует везде. И даже здесь, на премии Best People Awards, Беатрис Малахова, главный редактор журнала «Модный дом». Здравствуйте. Добрый вечер. Беатрис, как вам сегодняшнее мероприятие? Как обстановка здесь? Вам нравится? В зале теплейшая атмосфера, прекрасная ведущая Ольга Жук, очаровательная девушка. И, конечно, много красивых людей. И сейчас награждали солиста группы «Вива» с его очаровательным голосом. Это было здорово. На самом деле премия продолжается. Я надеюсь на сцене увидеть еще много замечательных и прекрасных людей. Я вас очень рада видеть, как всегда. Как у вас дела? Расскажите, что нового? Ну, произошло очень много радостных событий. У нас было большое мероприятие в Доме моды Зайцева. Там прошел показ детской коллекции, а также прошел конкурс «Мировая красавица». И было очень приятно, что Вячеслав Зайцев лично награждал победительниц. Это были не только прекрасные красавицы-модели, взрослые девушки, номинация «Миссис», это были прекрасные мамы и очаровательные дети. Вячеслав Зайцев, это была очень трогательная сцена, было очень красиво, был прекрасный показ. Зрители ушли счастливые, и все испытали просто море эмоций. Беатрис, а вам самим какие мероприятия по душе больше всего? Конкурсы красоты или показы мод? Ну, вы знаете, красота, как говорят, как не банальная фраза, спасет мир. Поэтому, как и конкурсы красоты, их нельзя сравнивать. Точно так же показ моды. Это все прекрасно. И, конечно, я была на закрытии «Мерседеса» и была в показе Гуляева. Ну, вы участвовали? Участвовали модели. Я поздравляла маэстро. Это был триумф. Я считаю, он король. И зал был полон. Яблоку, как говорится, негде упасть. Коллекция потрясающая. Царила такая эйфория. В зале было очень много звезд. Филипп Киркоров, Катя Лели, многие-многие другие. Но даже не поэтому. Сам маэстро Гуляев и его команда – это нечто, это феерия. Это они вышли, это была такая сумасшедшая энергетика. Зал, можно сказать, сошел с ума. Я счастлива, что я участвовала, и он вышел у нас в новом журнале «Гуляев». И здесь 25 моделей, которые снялись с его коллекции. И, надеюсь, на днях у меня будет очень большое интервью с этим дизайнером. Беатрис, это здорово. Я на самом деле полностью согласна, потому что я тоже присутствовала, Беатрис, на этом показе у Игоря Гуляева. Это было действительно потрясающе. Ну что ж, мне остается вам пожелать дальнейших успехов, дальнейшего продвижения. Вы молодец, посещаете все мероприятия. Желаю процветания вашему журналу и буду очень рада увидеться с вами снова. Благодарю вас. Надеюсь, это взаимно. Всегда будем рады вам давать интервью. И надеюсь уже и вас увидеть на страницах нашего прекрасного глянца. Спасибо большое.